И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тумка, и добро пожаловать на новый видос по Майнкрафту. Со мной сегодня мой дружище Неос, поздоровайся. Всем здорово, ребятишки. Блин, тут так много людей, их можно как-то убрать? Я вообще не понимаю, не видно тебя, где ты? В общем-то, сегодня, ребята, я буду учить Неоса играть в Майнкрафт. Стоп, сейчас все такие... Так, стоп, Неос, разве не тот человек, с которым ты случайно записывал 10 серий выживания на одном блоке? Да, на самом деле, это именно тот чел, если вы его забыли. Если вы забыли, то подпишитесь на него по ссылке в описании. И на меня тоже можете подписаться, ни на что не намекаю. Да, ребятки, вот, кстати, ответ на тот вопрос, почему нету роликов на серверах. Ну, просто как бы я никогда не играл на серверах, я особо не умею, поэтому у меня выживание только, да. У Неоса тоже есть канал, и он на нем записывает только летсплей. Он никогда не играл на серверах в мини-игры, а я как настоящий мини-геймер решил ему показать эти мини-игры и научить его в них играть, потому что мне нужен напарник, а Неос, ты теперь будешь моим напарником, понял? Ничего себе, это прям откровение. Почему у нас смотрите жители таким странным взглядом? Я тебе делаю предложение прямо в ролике, давай соглашайся. Быстрее, пока не передумал. Давай. Я готов. Хорошо, отлично. Ребята, если вы тоже готовы к просмотру этого ролика, сегодня я чувствую, будет жесть. Просто я поспрашивал у Неоса, что он знает вообще о мини-играх. И он мне такую дичь сказал, что, поверьте мне, он ничего не знает. Это будет мега весело, мега эпично. И, в общем-то, если вам этот ролик понравился... Я напоминаю, что я все еще тут. Извини, я за твоей спиной что-то про тебя говорю, да? Ребята, если вам этот ролик понравится, то просьба поставить лайк. Потому что роликов не было очень давно, и я очень-очень хочу это исправить. Но для этого мне нужно немного время, потому что... А, стоп, сейчас, наверное, спросите, почему? Если вы спросили сейчас почему, то зайдите на мою страничку ВКонтакте и все там прочитайте и узнаете. Но, если вам этот ролик понравится, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, а мы, пожалуй, приступаем. Погнали. Куда погнали-то? Мы тут еще, мы никуда не уходим. Идем за мной. Я тебе покажу тут все, покажу тут. Так, и почему тут эндермен? И почему на мне какие-то головы полетели? Тихо. Дай мне, пожалуйста, тебе объяснить. Я понимаю, что это слишком новое для тебя, но... Так почему тут я стою? Почему тут стою я? Смотри, смотри, короче, я нашел себе нового друга для записи ролика. Смотри. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Неос, и со мной сегодня Неос. Тут персонажи есть. Тут персонажи. Знаешь, что это за персонажи? Это персонажи для входа в игру, понимаешь? Мы записываем уже 3 или сколько, 5 минут. Мы будем входить в персонажей, да? О, это будет сложно. Мы играем уже 3 минуты с тобой, и мы даже не начали игру, чувак. Сосредоточься наконец-то. Смотри, есть персонажи, есть соло, даблс. Все, давай, я уже стараюсь побыстрее тебе все объяснить, потому что я чувствую, что этот ролик затянется на полчаса. Нажимай на дабл. А, нет, стоп, я что туплю, я могу тебя перекинуть просто к себе. Все, забей. Ничего не делай. Просто существуй, хорошо? Ничего не делай. Я все сделаю за тебя. Все. Как, смотри, как тебе вот эта локация? Ну, выглядит неплохо, конечно, но вот снизу кувшинки выглядят получше, знаешь ли. И тут почему так много людей, они мне как бы мешают, я не знаю, не привык к такому большому количеству человек. Представь то, что ты будешь сейчас играть вместе с ними всеми. Так, у меня есть какой-то деревянный меч, и почему я его не должен крафтить, и почему он у меня уже в инвентаре лежит? И что там за кирпичи, и это железо? Это не кирпичи, это железо. Нет, чувак, я, конечно, все понимаю. Просто тень падает, я не вижу, ну тут как бы да. Я могу скрафтить себе меч, где тут верстак? Вот я что-то верстака не вижу. Да. Тут кровать, мы можем на ней спать? Я нажимаю, ничего не происходит. Боже мой, что за бред? Я не думал, что это будет так сложно. Так, смотри, давай... Почему скелета лука нету? Где его лук? Или хотя бы меч? Я не знаю, на крайний случай. Ой, почему так два? Господи, боже мой, это будет сложнее, чем я думал. Смотри, давай мы тебе скрафтим... На, бери. Тут дерево добывать не надо, тут все можно купить. На, короче, крафти себе верстак, крафти себе меч, там все, что тебе надо, крафт тебе. И этот, и разберемся по ходу дела. А почему он не крафтится? Ну, иногда сервера подлагивают. Запомни, на серверах иногда бывают лаги. Это один большой минус серверов, они иногда лагают. Тихо! На нас нападают! Что это такое? Почему он бегает? У меня... Я умею летать. А у меня завис сервер. Все, у меня отвис сервер. Да, что-то я вот летаю. И, по-моему, у меня креатив, да. Нет, у меня нет креатива, но я умею летать. Да, обычно люди ходят, я не знаю, почему ты вдруг решил полетать, но давай зайдем в новую игру, потому что меня тоже... Меня, короче, залагало вдруг все, и меня просто убили. Поэтому, да, погнали в новую игру. Здесь я тебе все постараюсь объяснить, показать, рассказать. И главное, что помимо того, что я тебе буду показывать и рассказывать, как тут вообще в это играть, ты сегодня будешь выполнять некоторые ачивки от подписчиков. Как тебе такая идея? Ну, звучит неплохо, но я все еще не понимаю, зачем тут кровать, как бы. И почему я не могу... А, вы не можете сломать собственную кровать. Ну, звучит забавно, но почему? Ну, я тебе так объясню, то что это кровать, ну, ты сможешь спать на ней, короче, но ночью. Ну, ладно. Ну, будем ждать тогда ночи, чё? Да, ночь уже скоро, знаешь, как ночь скоро. Так, ну ладно, я взял железо, и где мой верстак? Я хочу скрафтить себе меч. Ну, я ж тебе доски давал, ты все потерял. Где они, доски, которые я тебе давал? Нас убили. Хорошо, я тебе дам новые доски, но не потеряй их на этот раз, хорошо? Обещаешь?
Обещай, что не потеряешь. Давай, а, к нам пристроек прям пришли опять. Убей его! Бей его! Мутузь мечом! Бью, давай, бью, давай, так же, как скелетов бью, и криперов бьешь в выживании. Давай, 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 красава! Ну, на самом деле, ты его... Ты меня застилил фраг. Что это такое? Я, конечно, все понимаю, но вот в контре ты бы застилил фраг у меня, и в лолке тоже. Ну, это нормально, как бы. Всё. Короче, мы только и что убили крипера. Мы убили крипера только что. Ты знаешь, кто такой крипер, да? Я думаю, ты ну, да, в летсплеях ты хотя бы знаешь, но шаришь. Я знаю. На, держи доски. Держи доски, и будешь ты сейчас крафтить себе верстак. И мне тоже что-нибудь крафтить. Крафти мне, короче, каменный меч. Да, я не могу его взять, он не берется, алло. Ну, это не серьезно. Что это такое? Я пытаюсь его взять, он не берется. Ты бей этого чела, то он меня сейчас убьет. Сзади нас, сзади нас. Какого чела? Вот. Какого чела? Вот. Бей его. Много, 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 пожалуйста. Уходи. Меня сейчас убьют, меня сейчас убьют. Пожалуйста, не надо мне бить, негры сраные, уходите. Ладно, на самом деле тут верстаков-то нет. Я просто хотел посмотреть, как ты будешь на это реагировать. Короче, тут все покупается на самом деле другим способом. Тут все покупается у этого скелета. Видишь, какой он безобидный, мирный и вообще без оружия. Но я уже нажал на него на самом-то деле. Так, и что он тебе такого говорит, что он предлагает? Ну, он говорит, что тут все дорого, как бы. Ну вот. Дракона. Почему тут дракон звучит? Это тоже нормально? Ну, тут так же, как в выживании, есть эндер-дракон, и его надо убить. Пойдем теперь со мной, я тебе почему покажу тут. Почему алмаз летает? Это тоже нормально в этой херне, да? Где, что? Алмазный блок летает. Алмазный? Прямо перед тобой. Какой алмазный блок? Ты шутишь? Ну, он прямо алмазный блок висит. Написано «Генерация через 6 секунд». Я понимаю, что ты давно не играл в Майнкрафт, и тем более никогда не играл в на серверах, но галлюцинации — это ненормально. Тут алмазы, смотри, вот алмазы. Да, алмазы я вижу, и вот я, они у тебя в руке. Блок. Ну вот блок летает. Алло. Как, алло. Какой блок летает? Большой такой, алмаз. Чувак, хорошо, скажи мне, где ты видишь алмазный блок сейчас? Сверху, прям под собой, перед собой. Вот он, вот, и что он, я в нем. И что он делает? Он не подбирается. А, так добудь его. Из него сыпется. Ты дурак, что ли? У меня нет кирки. А, ну, да. Причем это... он не бьется, из него выпадают алмазы. Почему он так быстро строит? Ты тоже читами играешь, как он? Что за дичь? Почему вы так быстро строитесь? Я нет, так не умею. Обычно строимся. Легенда гласит, что бирюзовых нужно остерегаться. Что? Блин, он сейчас да, он убьет сейчас... нас, наверное. А, да, он сейчас убьет нас, наверное. Ну, тебя точно. Сейчас, подожди, он бежит. Осторожно, он у тебя рядом с тобой. Упс. Вы погибли. Ваша кровать уничтожена. Так, смотри, тут опять алмазный блок. Подожди, подожди, смотри. Для тебя челлендж, короче, написал подписчик в группу ВКонтакте. Челлендж называется... Смотри, как только я назову челлендж, ты должен начать его выполнять. Так что, если что, не облажайся. Челлендж называется «Не прыгать». На счет три. Раз, два, три. Все, прыгать тебе больше нельзя. А как я должен... А как я буду вверх строиться? Хороший вопрос, конечно. У тебя ступеньки есть, ну... Блин, меня сейчас убьют. Ну ладно, у тебя три прыжка на всю игру. Что? Хорошо, я уже сделал все четыре, наверное. Давай. Давай, давай, у него тоже пол хп, у него пол сердечка. Просто тыкни его, тыкни в него, тыкни в него, тыкни. Что? Как это сложно, боже, они играют. Боже, второй бежит. Все, нет, нет, я ухожу отсюда. Спрячься, застройся блоками, чтобы он тебя не мог убить. Мне кажется, ты уже использовал 5 раз свой лимит. Да-да-да, я немножко больше попрыгал. Ну, я не знаю, все хорошо, наверное. Еще одна ачивка от подписчика — скинуть врага в бездну. Мне кажется, как раз у тебя сейчас очень удобно это будет сделать. Так что постарайся его скинуть в бездну. Так я нашел его, но он меня не нашел. Он дурачок. Я его скинул, я его скинул. Ты просто имба, я тебе так скажу. Я умер, а вот он упал на свой блок. Чтоб тебе такого тут еще интересно показать. А, кстати, а ты видел портал в ад здесь? Куда портал? Портал в ад. Вот, смотри. В ад? Да, гигантский такой портал. Если я зайду, я уйду в ад, да? Да, да, да. Ты пехайся в ад. Вот, я скоро к тебе приду, там вместе с тобой будем выживать. Это выживание такое в аду. А почему тут шары, и тут вообще как бы не ад, и... А вот этого все, кстати, мы можем поиграть в новых роликах, если, конечно же, подписчики этого захотят, если, конечно же, поставят лайк. А еще у меня, смотри, у меня есть домашнее животное, так сказать, питомец. Это, смотри, у меня есть коровка, еще... я эндерменом могу быть. Как тебе такое? Что? Почему у коровы первый уровень? Ты не мог ее прокачать за все это время? Я не понимаю. А, я думал, ты удивляешься тому, что у меня в принципе есть корова, а ты, оказывается, удивляешься тому, что она первого уровня. Хорошо. Ну, а еще у нее какой-то ник странный, ну сразу видно, кто ее хозяин. Подожди. А как тебе такое, Илон Маск? Ага, кролик. Где? Что, кролик? Ну, я вижу красные крючочки. Ты его приручил, что? Зомби? Да, у меня есть... Почему меня не бьет? Свой зомби. А он нормальный, смотри, я на нем могу, главное, кататься. Как можешь сидеть на зомби, что? Как тебе мультиплеер? Итак, какое у тебя впечатление о мультиплеере? Мне очень интересно, какое у тебя впечатление о совместной, как сказать, мультиплеерной игре? Не знаю, это просто какой-то бред. Ты сел на зомби. Я еще
я должен был защитить кровать, ее вечно ломали, и как бы я умирал. Ну, типа, это очень бред какой-то, знаешь? Ну, вот как бы в моем Sky Exchange было намного лучше. Намного лучше, вот. Так что, знаешь, что я хочу тебе сказать? Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Я пошел в Sky Exchange, в 2D Survival и во все прочее. До свидания. Ладно, ребят, я надеюсь, что вам этот ролик понравился. В общем-то, если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк, напишите об этом в комментариях. С вами был Эндермен, Тунка и Нос, который уже свалил. До новых встреч, увидимся в новых роликах. И пока.